Ребята, здравствуйте. Сегодня будет демонстрация техники сканирования тела на напряжение. То есть мы будем с вами идти, да, это опять же техника очень хорошо помогает при социальной тревожности, при социофобии. А опять же, если вы в каких-то стрессовых ситуациях находитесь, это очень хорошая техника. Особенно социофобушки, примените эту технику, начинайте применять уже сегодня, и через некоторое время вы получите результат. А люди, которые тревожатся, которые боятся, тоже применяйте эту технику, и вы тоже почувствуете результат, что ваша тревога, ваш страх начинает снижаться. Окей, демонстрация. Когда мы будем это делать? Например, вы вышли на улицу, вы вышли в социум. Вышли в социум, и вы видите, что здесь нет абсолютно людей. Но представьте, что люди как будто бы есть. Если люди есть, и вы чувствуете, пошло напряжение, да, в этот момент вы начинаете включать эту технику, да. А именно, сначала вы сканируете тело на напряжение. И сейчас я буду уже идти от первого лица с камерой и буду просто комментировать, да. Мы будем представлять, что здесь много людей, либо мне не нравятся парки, потому что здесь очень страшно, и я буду это все применять, окей? Давайте. Понеслась, как говорится. Окей, это парк, мы прогуливаемся по парку, и я чувствую, что вот сейчас вот я гуляю с камерой, да, и здесь поблизости где-то вот могут быть люди, и они видят, как я гуляю с камерой. И вот у меня вот это напряжение появляется в теле, да, или можно сказать по-другому, у меня появляется тревога. И если у меня появляется тревога, я начинаю сканировать тело на напряжение. Я просто сканирую, я смотрю, и мне не нужно расслабляться, мне не нужно стараться расслабиться, мне нужно просканировать свое тело, а именно где есть напряжение в теле, где оно есть. Не надо его трогать, мы просто его сканируем. Ага, где? В животе. Скорее всего, в животе. Где еще? Помимо этого, может быть, есть еще это плечи. А помимо этого, это может быть еще... Опять же, живот, да, это могут быть мое лицо напряжено, может быть, это что-то в ногах, я просканировал тело на напряжение. Второй пункт, который я делаю, я сканирую уже определенные участки тела, да, которые, над которыми мы точно будем работать. И первый участок тела, это у нас получается плечи. Что у меня с плечами? Есть ощущение напряжения в плечах? Окей, а в животе есть, окей, а в промежности есть, окей, я чувствую еще, может быть, опять же, лицо свое, но это не важно, главное, что вот эти три части я просканировал, там тоже что-то есть, какое-то напряжение. Даже если вы там не почувствовали напряжение, мы все равно будем воздействовать на эти участки, то есть мы пока ничего не расслабляем, мы только сканируем. Да, вот сейчас там люди идут впереди, и, допустим, у меня вот сейчас тревога еще сильнее, потому что я в этот момент, я снимаю на камеру, и люди думают, что он там снимает на камеру, или они сейчас подойдут ко мне, в нос дадут, потому что я, опять же, снимаю на камеру, а может быть, они этого не хотят. То есть это все у меня мои автоматические негативные мысли, допустим, которые у меня в голове. И в этот момент я начинаю сканировать тело на напряжение. И в этот момент я начинаю работать со своими плечами, да. Моя задача сейчас... плечи, лопатки вместе, да, нужно свести, обязательно условие. И потом нужно плечи опустить плечи вниз. Я также работаю со своим животом, я выдавливаю, да, живот выдавливаю вперед. Помимо этого я расслабляю, да, пытаюсь также выдавить свою промежность. Не буквально смысл слова, но я также давлю на свою промежность. Я воздействую на свои мышцы, я не стараюсь расслаблять эти мышцы, да, я стараюсь воздействовать на свои мышцы. Окей, я это сделал. И что с моим напряжением? Что с моей тревогой? Она видоизменилась? Да, она видоизменилась. Серьезно. Ее стало меньше. Вот сейчас, когда я проходил, были люди, да? Они шли впереди, они смотрели на меня, дети смотрели на меня. Впереди прошел мужчина. Он тоже видел, что я снимаю на камеру, он тоже оглядывался на меня. И если бы у меня была тревога, то я, нажимая на эти точки, так, именно воздействую на них, лопатки, плечи, живот, промежность, и мое напряжение становится меньше. Мое напряжение постепенно начинает уходить. Если, например, была тревога 10 баллов, то она стала там, например, 7-8. Продолжая воздействовать на эти точки, она становится еще ниже. Вот так мы работаем именно с этим напряжением, да, в теле. Именно так мы работаем с этой тревогой. А это, опять же, сейчас там впереди идут люди, да. Смотрите, я же при этом сейчас иду, я говорю вслух, и меня очень хорошо слышно, что я иду с камерой, что я снимаю и что-то говорю. И люди идут навстречу, естественно, они видят, что я делаю. У меня, по идее, давайте как же, опять же, как будто бы я социофоб, да, или у меня какая-то определенная тревога в социуме, может быть, не сильно ярко выражена, но есть, вот люди на меня смотрят, и я в этот момент, вот сейчас люди идут, да, идут навстречу ко мне. И вот я сейчас начинаю опять же нажимать на свои точки, да, воздействовать на свои точки. Я лопатки вниз увожу, лопатки на себя, да, плечи вниз, лопатки на себя, плечи вниз,
опять же, живот стараюсь расслабить, живот надавливаю на промежность, и опять моя тревога становится ниже. Вот таким мы способом воздействуем на свою тревогу. Мы не стараемся расслаблять мышцы. Мы стараемся воздействовать на эти мышцы, чтобы они убрали вот это напряжение в теле. Да, вот это очень важно. А помимо этого, что еще я хотел бы вам сказать? Что когда вы это делаете часто, то есть когда вы не пропускаете тревожные ситуации и делаете это со своими мышцами, воздействуете на тело, то постепенно такая тревога вообще начинает уходить из таких ситуаций. То есть она не будет уже повторяться. То есть если вы заходите постоянно в ситуацию, постоянно в этой ситуации работаете вот с этим воздействием на мышцы, постепенно тревога начинает снижаться. Сначала это была тревога 10 баллов, вы включили вот эти мышцы, да, свои, поработали с мышцами, тревога стала там, например, 8-9, либо 7-8. Окей, в следующий раз вы зашли в ситуацию, она уже станет 6-5, да. В следующий раз еще зашли в ситуацию, опять же это все делаете, и постепенно тревога начинает снижаться, там 3-2. И это уже хорошо, это тревога, с которой вы всегда можете, если захотите, можете справиться. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, что у меня есть Инстаграм, что у меня есть паблик, что у меня есть страница ВКонтакте. Заходите ко мне на огонек. Все ссылки в описании под этим видео. Пишите свои комментарии, какие, может быть, вы хотели сценарии еще увидеть, может быть, съемку от первого лица, демонстрация чего-либо, каких-то техник с моего канала, да. Опять же, напоминаю, подписывайтесь на мой канал, потому что это меня мотивирует еще больше снимать клевого, классного видео. И хорошего вам дня, как сегодня солнышко. Я желаю такой же вам теплый день, как сегодня. Такой же жаркий, теплый и клевый солнечный день. Желаю именно это я вам. Пока-пока.